Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить черную мезу. Все-таки добрался я до исследовательского комплекса Лямбда. Сколько мы к нему шли, не описать словами. И теперь нас посылают бороться с инопланетными захватчиками. Через портал нам нужно пройти, я залутанный просто под завязочку. Просто под завязочку. Давайте, кстати, проверим наше оружие. Дробовик, кстати, перезарядить дробовик. Конечно же. Арбалет. А почему не перезарядили арбалет? Здесь огромная оружейная комната, где есть все, что душа пожелает. Все у нас хорошо. Так. Что там, классику? Давайте пробежимся. Вот, я тут немножко патронов набрал. Все как бы у нас хорошо. Что ж, отправляемся. Двигатели позволят немного изменить ваше направление. Угу. Угу. И загрузка пошла. Ну да ладно. Не люблю я такие лифты, которые открываются позади меня. Вау! Неплохо. И, кстати говоря, у нас теперь есть модуль длинных прыжков. Что абсолютно потрясающе. Здравствуйте, Фримен! Я здесь! Нихао, брат. Потренируйтесь в длинных прыжках, если нужно, но поторопитесь. Ага. Ля, какая красота. Супер. Все, прям можем забирать что угодно. Благо мы залутанные по самой небалусе. Кстати, у нас есть отдельный индикатор для таких длинных прыжков. Он восстанавливается со временем, но тем не менее. Хорошо, я могу открыть портал. Процесс сложный, и как только он начнется, я не смогу его прервать. Иначе мне придется начинать все заново. Не входите туда, пока я не дам команду. Все понятно? Тебя понял. Я тебя понял. Я начинаю. Так, там тоже какая-то энергия лежит. Ну, давайте посмотрим за этой монументальной конструкцией. Они... А, твою мать! Открыл портал, придурок. Где? Кдэшусь. Мегамозги. Падай ты, сука. Вот так. Блин, они жарят не слабо. Так ведь и отъехать можно. Недолго думая. Ух ты! И в Артигонты пришли. Не, эти твари точно инопланетные. Быстрее перезаряжай. Grey Matter Forces. Неплохо. Я уже даже и забыл, что ачивки в этой игре дают. Слушайте, ведь я когда-нибудь отъеду. Жесть. Портал открыт, мать твою. Фух. Разбирайтесь с этими тварями сами. Я поехал. Охренеть, как это красиво. Око Саурона.
Либо он сказал «идет», либо «идиот». Потому что из, собственно говоря, субтитров не было понятно ни хренашечки. Ладно, друзья мои, мы оказались в прекрасном дивном мире, где раскидано земное вооружение, что абсолютно потрясающе. И для нас крайне полезно. Вау, вау. Зен. Найс. Етить как... Не, это охренительно красиво. Там, видимо, король лич сидит. Вау. Что мы можем... Видимо, это какой-то прибор для наблюдения, да? Стоп. Подожди. Подожди. А, нет, это не для наблюдения, похоже, прибор. Это прибор для телепортации. Или нет? Дружище. А, это такой же исследователь, как мы. Предыдущий. Забавно взглянуть на себя со стороны. Я всегда думал, что Гордон Фриман ходит без головного убора. Да. Вообще, я думал, что эта штука, она какая-то геодезическая. Ну, тут прибор, к которому я пристроился. Выглядит это восхитительно. Просто шикарно. Слов не подобрать, я правда это говорю. Без приколов, без иронии. Ага. Длинный, ну, с длинным прыжком мы уже мастера, как бы. А вот если мы спустимся сюда, что это нам даст глобально? Глобально, наверное, ничего. Чисто-чисто спуститься. Так что, видимо, нам все равно по мосту через длинный прыжок. Ну давай. Блин, там еще барнакл висит. Полетели. Хорош. Вау, вау. Какое-то прям-таки озеро гейзерное. Ну красиво, черт подери. В Алтайском крае, кстати говоря, где я живу, тоже есть гейзерное озеро. Очень красиво, примерно такого же цвета, только на земле. Рекомендую вам посмотреть хотя бы фотографии в интернетах. Блин, я думал, тут хпшка будет. Хоть что-то полезное. Опа. Прямо в воду. Ну твою мать, это очень красиво. Я прям реально заворожен. Так, тут моста нету. Будем просто прыгать. Чудно. Самое главное, что я дэмэдж не получаю от этого. От таких падений и прыжков. А я взять... Футболист Херли. Умею, могу. Куда там надо? Ого. Тут уже расстояние солиднее. Но долетаю я и без этого. О, песики, песики. Вот те песики. Да ты посмотри, что творят. Уйди ты, свинота. Я, кстати, где-то хп нашел. Что абсолютно замечательно. Там у меня было 60, сейчас 98, почти 100. Это ли несчастье? Так, а как нам тут-то пройти? Боюсь, что никак. Значит, надо идти в обход. По водичке. Блин, ну вообще, конечно, после всех... Ну, народ, я признаю, игра потрясающая. Но после душных вот этих вот закрытых камерных локаций... До этого момента... Вот
то, что нас выпускают сюда, это просто подарок. Это просто реальный кайф удовольствия. Чувствуешь, как будто вот прям дышишь полной грудью. Или немножко в Doom играешь, даже не знаю. Разрушаемый? Неа. Давай подтягиваем к нам этот астероид. Тихо, тихо. Тихо. И как нам быть дальше? Я что-то не вижу, куда дальше можно спрыгнуть. Или, твою мать, нам надо на скорость. Нам надо сейчас его отключить и быстро лететь на лестницу. Я прав? Нет. Рычаг вообще не активен. Хм. Так. Я что-то не вдупляю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или мы туда допрыгнем. Слабо в это верится, но давайте попробуем. Нет, я не допрыгнул. Но можно. Туда можно допрыгнуть. Сейчас давайте будем пробовать. Сейчас надо. Важно взять разгончик побольше. Нет, я, блин, касаюсь, но не могу задержаться. Или, может быть, там надо резко использовать второй длинный прыжок? Я теперь вообще промазал. Либо я прыгаю все еще не туда. Но не зря мы этот камень к себе подтянули. А этот к нам ближайший. Не, нам по-любому туда. Просто надо как-то приноровиться. Во! Во! Все четко. Тихо. Восстанавливаемся. Восстанавливаемся. О, посадочные сопла еще и включаются. Ну зашибись. Супер. Ох, твою мать, опять порталы. Кто-то тут пикничок устраивал. Вполне земной, кстати говоря. Разрушаем? Ладно, не будем проверять. Не будем проверять. Так, это я где? Это я... Это я вот там был. Блин, какие тут забавные... Я помню игрушку какую-то, кстати говоря... Отечественную. Не помню, как она называлась, но вот что-то там было очень безумно похожее. Там то ли под водой, то ли какие-то инопланетные были места, то есть неземные. Но очень все похожее. Антураж, растения какие-то необычные, здоровенные. Какие-то животные. И прям вот очень-очень было похоже на это. Предтечи, что ли, она называлась? Я даже, честно говоря, не помню. Но я думаю, вы мне в комментариях напомните. Песики. Я думаю, лучше не попадаться ей на глаза. Этой штуковине. А то я чувствую, это работает как турель. На земле. Не надо нам такого... И так настрадались. Давай, мистер Фриман. Вперед из песней. Опа, ля какая. Какая мразь. У-у-у. А можно по тебе вдарить? Сука. Ты где там? Так, я понял. До тебя надо просто добраться. Я до тебя доберусь, поверь мне. У-у-у. Вот тварь ушла. Но она все еще там. Я хочу ее убить.
Nuclear fishing. Ядерная рыбалка. Я потратил все, что можно. Не, ну не все, что можно, 50 единиц нашего заряда, да, электрического. Но все-таки Слушайте, за это даже есть ачивка. Nuclear fishing. Неплохо. Неплохо. Ну, я прям мечтал, как она меня тогда ела, когда я был на дамбе. Кусала меня за джопу. Еще одна тварь, ты посмотри. Ты посмотри, что творит. По-моему, так гораздо лучше. А я пытаюсь бить ее мощными снарядами. И не особо это удается. Не, блин, конечно, вот этот уровень Zen, это мое уважение. Сука. Ну ты... Блин. Ну хорошо, что я их убил. Причем обоих. А как мне теперь выбраться? Сучло, а? Вот сучло. Да. Я теперь беру магнум нахер. И никто меня не остановит. Слава богу, есть лестница. Разработчики все предусмотрели. Что может быть такой же Додо, как и я, который обязательно встрянет в проблемы. Все. Надо подсейвиться. Тихо. Слушай, а где ж тут разгон-то брать? Не знаю даже. А, вполне можно и без него. О, хилочки. И вот втыкаем штепсель. Открываем дверь. Чё говоришь? Please wipe your feet. Хм. Они живые? А-а. Какой-то ученый тут уже лежит. Ух ты. Костюмчик тут заготовлено. И много, твою мать. Это, кстати, на хэдкраб. Это хэдкраб зацепился за такого же ученого в костюме. Вот мраз. Вот мраз. Угу. Патрон — это наше все. Что? А? Где там? Кто там шоркается? А, вижу. Слушай, тут надо бить только хэдкраба. Эту броню пробить тяжеловато. Там штепсель. Разомкнут. Это что такое? Это как-то батарея. Во. Ну. А, типа низкий заряд, наверное, да? Ух ты, а что же, а как же нам быть? Не, в эту дверь никак не пройти. Слышь, херабаза. Может запитать от тебя? В натуре. Хорошо. Л, логика. Наше второе имя. Отсыхаешь, дядя. Ух ты. Что меня там ест? Ах, это краб.
Хоть крабище вонючее. Блин, в каких аналах я тут ползаю, это просто безумие. Тут ведь реально можно заблудиться. Ух ты, а вот и батарея, кстати говоря. И причем полная. Поэтому, наверное, нам не сюда ее надо вопхнуть. Или батарею надо взять. Нет, батарею взять нельзя. Нет, тоже заряда мало. Хм. Что тут такое? Кто-то... Это барбекюшница? Шашлычница? Или что это такое? Блин. Да я понимаю. Я понимаю, что ты от меня требуешь. Тут все батареи, по-моему, с низким зарядом. Если на то пошло. Не, ну штепсели обратно не отсоединяются. Соответственно, я делаю вывод, что они и должны быть присоединены. Вот только что нам сделать? Может, вот сюда вот нужен как... Так. А вот этот вот элемент часом нам не нужен? Недаром же его нам так обозначили особым образом. Ну, как-нибудь вопхнуть. А, нет, нам он, знаете, куда нужен? Он нужен вот сюда. Во. Во. И, соответственно, что? Что я сделал? Что я критически полезного сделал? Нам штепсель нужно... Вот. Вот. Вот сюда. Ну все, поток пошел, поток идет, тхипть, все, качественно. Есть кто дома? На всякий случай. Да, дома присутствуют. Ау, заблудился в темном лесу. Ау. Так, это работает. Но все еще недостаточно. Не, оно не отсоединяется. А надо ли нам вообще в эту дверь? Логичный вопрос. Твою мать. Хер вам. Я отсюда выйду. И буду гулять. Много. И что вы мне сделаете? Вы меня кинете в загрузку. Суки, неожиданно, резко. И это то, что я у вас отнять не смогу. Это ваши чертовы загрузки. Ну да и ладно, мне же даже приятнее. Это значит, что мы идем правильно. Вообще, на самом деле, не, я не перестаю поражаться. Зен очень крутой уровень. Правда. Мне, ну, по крайней мере, мне очень нравится на данный момент. Это разнообразно. Это достаточно логично, линейно в некотором смысле. То есть все так очень-очень-очень-очень хорошо, очень приятно. Так. Блин. Ну водичка... Нет, водичка нормальная, не радиоактивная. Так, нам нужен супер камень вот сюда. Говорит, аккуратнее, могут быть обвалы. А, я вижу камушек. Ёп. Нихера себе. Не думаю, что эти инопланетные кактусы так взрываются. Поток пошел. Поток пошел. Вполне. И заряд пошел. Так, о. Супер. Так, это, скорее всего, тупик, да? Да, здесь невидимая стена. А с какой тогда целью я вообще сюда пришел?
я, кажется, вчехляю, зачем я сюда пришел. Вот для чего. Во. Вон оно шо, Михалыч. Все логично, ёптать. Все последовательно. Все грамотно, только как тебе нам туда попасть? Я, кажется, понял. Недаром нам дали двойной прыжок. О, еще один мертвый боец. О, вон она как. Тихо, 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 тихо. Вот тут вот, вот, вот. Угу. Чудно, великолепно. Просто великолепно. Она такая вкусная. Так. Это сколько тут мутантов, да? Сквид. Спит сквид. Ух ты, господи. Едить. Жесточайше. Будем опасаться такой херобазы. Я думаю, лучше тут вообще ничего не трогать. Никакие не цветочки. Ни непонятные водоросли, ни непонятные ягодки, тем более, пробовать. Ничего из этого. Я смотрел Ледниковый период 3. Я помню, что там было, когда они полезли во всякие жопы. Их там чуть не уничтожили. Так, а этот не работает, приборчик. Я думаю, он какой-то геодезический. Ох, гля, какая красота. Супер. Блин, охренительные уровни. Охренительные. Я не знаю, как это все работало, угу, в 98-м году. Но сейчас это выглядит просто потрясающе. Не то чтобы я хочу так все это дело разрушать. Он должен родить сейчас сферу свою, специально такую особую. Где-то она должна... Или он испугался, наверное. Опач. Так, ты же меня убьешь, да, сволочь? Нет. Химическая опасность. О! Да ладно. Не помер. Обидно-с. Досадно-с. Ну и ладно-с. Ох, мать твою. О-о-о-о. Дружок-пирожок. Всплываем, сука. Хорош. Пришлось потратить все снаряды, но я согласен это сделать, лишь бы меня не съели. Ой, какая кушиночка классненькая. Твою мать, твою мать. Я под воду ухожу. И это, кстати, достаточно логично. То, что я под весом, как бы снижаюсь. Так кто там молотки свои меня заливает? Хорошо. Блин, я балдею, ребятки. Я балдею от этих уровней. Безумно. Давай, 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 подходим, подходим, подходим. Тут кактус. Красный кактус. Но вы слишком далеко стояли. Поэтому вам дэмэджа не нанесло это. Блин, а кто тут фальшфейеры закинул? Блин, интересно, ими можно взорвать? А, вот эти вот кактусы. Растения. А, я думаю, кто тут хлюпает, как будто только что из душа вышел и по полу. Шлеп, 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 шлеп. Да что ж то, а, я понял. Я вас понял. Mm-hmm.
сука. Крокодайл, блин. Так, а вот куда нам дальше? Я пока не понимаю. Ага. Вообще. Может, нам какой-то заплыв нужно устроить? Посмотреть, что тут внизу. Кстати, блин, вода такая же мутная внизу, как если смотреть с поверхности. Это барнаклы висят там. Они самые. Что меня атакует? Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Очевидно, нам вот сюда. 100 пудов. Вот только каким образом мне там оказаться? А вот эти вот здоровенные листья, не желают ли как-нибудь опуститься? Вот если я по ним ударю. Я просто думал, что, может быть, они образуют какие-нибудь ступеньки, нам по которому и забраться туда. А звучит хайпово, на самом деле. А, я понял. Все будет ровно так, как я и сказал, только нам нужно просто с конкретной стороны зайти. Вот аж как, етить, ну и анал. Вот. Вот. Видали, чё? Ёлы. Тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Блин, уровни забубеннейшие. У меня 16 хп всего осталось, ну мне плевать. Мне насрать. Вот куда я сейчас уйду? В какую жопу? А, я понял. Я понял вас. Жесть. Ну я и залез. Блин, а меня ведь любой моб может сейчас убить. Абсолютно любой. ХПшки совсем мало. Боюсь, что и взять нельзя. Что это? Ну, вид врагов какой-то. Инопланетный. Шахидские какие-то животные взрываются тут же. Сохни, тварь. О, боец. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот козел, а. Вот козел. А хпшки нету у вас? Чтобы она была хотя бы 50. Ладно, движем дальше. Так, видим очередные вот эти вот трубопроводы инопланетные, да? И нам нужно найти... Нам нужно найти где-то центр, где-то сердце, которое все это передает. Либо банальнейшим образом подключиться. Но где нужно взять камень? Нет, это не он. О, господи. Сейчас, брат. Сиди, никуда не ходи. Все. Nice.
Но легче-то нам не стало. Ой-ой-ой. Твою мать, твою мать, твою мать. Сука. Так, вот открылся проход. Да, некий проход. И, по-моему, там должен быть... Наверное... Наверное, наш камень. Хотя... Сдается мне, что это просто... Да. Эта штука нас подкидывает банально. Вот куда нам надо? Наверное, сюда. Тут много, много вот этих вот... Я даже не знаю, что это. Янтарь? Или что это? Вот эти камни инопланетные. И вот тут лежит наш образец. Ровно для нашей конкретной цели. Надеюсь, меня не будут атаковать всякие... О, мы прям как раз сюда вышли. Всякие бяки меня не атакуют. И все, зашибумбель. Так, отлично, открылся у нас портал. И куда он нас приведет? Ну, на какую-то площадку. Привел он нас. Ляс, как, сколько красоты. Просто сколько тут же красоты. Так, тут у нас есть трамплинчик инопланетный. Недопонял. Теперь я понял. Ух, как песиков в кашу просто перемололо этим взрывом. Вижу цель. И... О. Блин, охренительная локация. Просто, блин, очень доставляет, правда. Очень-очень-очень. Враги при этом есть. Да, не такие сильные и мощные, но при этом антураж и... Реально интересно вот эти вот головоломки все решать. Причем головоломки такие, они не типично лобовые, да? Там подвинь какой-нибудь ящик, нажми на какой-нибудь рубильник. А здесь все так завернуто, интересно. В инопланетный вот этот вот антураж. Что прям буквально с упоением проходишь. Ну, у меня, по крайней мере, так. Я очень в захвате сейчас. Такс. Все. Блин, хпшки бы мне где-нибудь взять. Слава богу, я не хоть не разбился. Ух! Направо пойдешь, прямо пойдешь, налево пойдешь. Ёлы-палы. Ну давайте пойдем сюда, например. Посмотрим, посмотрим. Где же находится центр вот этой вот системы? Посадочные сопла сработали великолепно. Давай, дамаж их, дамаж. Блин, почему он ближайшую цель атакует? Сволочь. Великолепный план, Уолтер. Надежнейший, как швейцарские часы. Ровно я убил его, он убил монстра. Хорош. Мы команда просто. Куда? Ух ты, мама дорогая. Внимание, химическая опасность. Да ёп. Девять хп. 9 хп. Кабздец. Если я сейчас тут отъеду, это будет опасно. Это будет глупо, тупо и безнравственно. Вот так.
Твою же ж мать. 6 хп, 5 хп. Получите медицинскую помощь. Твою мать, суки. Я не вижу тебя. 4 хп. Очишуеть. По-моему, нам туда. Ёлы. Да нет, нет. Нет. Сука. Ух! Давай. Все. Арбалет и вещь. Ну что, давайте будем пробовать. Как-нибудь. Не, это фейл. Я думал, что там выступ, он вполне физичен. А оказалось, что нет. Вот такой вот фиолетенький. Нет. ХП. Еще меньше, чем в прошлый раз. Сука. Сука. Как я сейчас в напряге. О! Контрольный выстрел. Ну, давайте пойдем по этому трубопроводу. Господи. Как же тут, твою мать, спускаться-то, а? Блин, ну недаром тут есть проем. Может быть, нам в него? Во, в натуре. Вауч! Это тоже подъемчик? Вряд ли. Обалдеть, вот это вековой дуб. Мимо него ездил Пьер Везухов постоянно? Или нет? Я, кстати, где-то 11 хп себе нахоботил. Уж не знаю где. Так. Давайте сходим вот сюдой. Очевидно, тут тоже что-то интересное есть. Кавабанга! Красиво. Красиво я вошел в свою грешную жизнь. И красиво я ушел из нее. А вот куда теперь? Я вас понял. Я вас понял. Я все понял. Я сразу все понял. Хоть там и сработали посадочные сопла, но все равно. Не надо нам такого счастья. Кавабанга номер два. Угу. Вот теперь сейвимся. И прыжок. Это было неправильно. Это был перелет, перелетович. Нам такого не нужно. Нафиг оно нам не сдалось. А вот это вполне. Энергия 25%. Ой, фу. А, все тут не просто так. Ух ты, мама дорогая. Они ведь меня сейчас убить могут. И они наверняка это сделают. Фух. Извините, друзья мои, за то, что паникую. Просто слишком велика цена ошибки. Вы меня понимаете. Итак, мы забрались уже в дебри. О, а барнаклы даже тут есть. Держу в курсе. Этот висит так высоко, что... Даже не знаю, можно ли мимо него как-то пройти. А я аккуратно. Соси бибо.
А вот мимо вот этого уже никак не пройти. Как мне нравится, когда барнаклы отрыгивают черепами, кишками, позвонками. О, он захавал хедкраба. Интересно, он его сплюнет или прям съест? Нет, он прям его съел. Прикольно. Прикольно. Интересно, было это по скрипту или нет? Наверное, туда. Ну, твою мать. Нам сейчас ни хпшечки нельзя терять. Ни в коем случае. У нас их и так мало. Надо иметь совесть. Опа. Все. Хорошо. А осталось еще вот эту вот ветку нам изучить. А, подожди, это восстанавливает здоровье. Ля какая. Просто. Просто красота. А я, блин, тут бегаю, экономлю. Но тем, кстати говоря, друзья, мои острые ощущения, согласитесь. Когда любой коц по тебе может быть смертельным, ты такой, осознаннее принимаешь решение. Так, вот как нам теперь добраться до вот этой вот херобазы? Наверное, сюда. О, мужик. Тоже исследователь какой-то завис здесь. Почил. Твою мать. А чего мне не сказали, что тут есть мины? Суки. Не, это фейл. Так, ну я понял. Я понял. Взрывать их нам нельзя. Нам надо будет аккуратненько проходить. Аккуратненько максимально. Я мистер аккуратность. Человек-тень. Я понял. Ну, тут ёлы-пал вообще. Сапёр ошибается дважды. Первый раз, когда пытается, собственно, выучиться на сапёра, да, в военной академии. А второй раз, собственно, когда выбирает не тот провод. Вот я выбрал не тот провод. Кобздец тут, конечно. В этом самом, в НЗ-круг не было так очково в свое время, как здесь сейчас. Спокойствие. Тут один неосторожный пук, и уже полетели мы. Так. Хорошо, хоть еще турели нету. Суки. Суки. Надо брать дробовик. И из дробовика этих петушар мочить, потому что они своим движением броуновским... Фейлит мне все. Не вздумай, мразь. И так тут на измене. Фух. Твою мать. Сука. Ну, слава богу, тут уже как бы все. Тут уже эти псы вонючие нам не такой серьезный урон нанесли. Вот она красота. Центр мироздания. Вот. Открылся проход, и тут сидит мразь. Забавно, степ. Тут у нас еще есть. Блин, конечно, локация охренительная. Я прям реально играю, кайфую. Так, сейвимся. Сейвимся. Хорошо. Интересно, вот эти твари, они как фантомы? Они чисто создают иллюзию?
как опять-таки в том же сталкере. Или они прям могут дэмэдж нанести. Я, конечно, не уверен в этом. Скорее всего, просто отвлекают. Сейчас. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Какие голодные хэдкрабы. Ты, ты глянь. Сейчас, интересно, он наколет или нет? Еще один ученый погиб, к сожалению, пришлось нам его расчленить взрывом, но тем не менее. Я его заметил. Я его заметил сразу издалека. Горел его инфракрасный маяк. Или просто красный маяк, я даже не знаю. Так, движемся, 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 движемся. Речка довольно мелкая. Но чертовски, твою мать, красивая. Ого, это новая какая-то тварь, явно побольше, какая-то прям хитином какая-то покрытая, даже не знаю. Я настолько всего тут очкую, что я уже даже не знаю, что из этого установки технические, а что, блин, мутанты, сколько я тут барахла забрал. Бессмысленно. Тихо, бляха-муха. Ну ты... козел, а. Я только восстановился. Давай, давай. Еще барнаклы висят. Жесть, а не местечко. Да, это новый вид псов. Опасные суки. Видимо, это какая-то улучшенная версия, как героев мечей магии, знаете, да? Есть обычный крестьянин, есть улучшенный крестьянин, есть боевой крестьянин. Есть ратники, латники и рыцари. Друиды, боевые друиды. И заклинатели друидов. Вот так же и эти. Какая-то, видимо, улучшенная их версия. Так. Близко мы не подходим. Ого. Вот и все. Шахидские собачки, блин. Да ёлы-палы. Чё-то не хочу туда идти, а хочу сюда сходить. Ага, тут тупик. Здесь нет прохода. Ну и хер с ним. Такс. Что это за место? Очень такое красивое, приятненькое. Здоровенькое, классненькое. Так, барнакл висит. На самом деле, если бы у них вот эти их щупальца и языки были прозрачными, я думаю, количество попаданий к ним в лапы и съеденных врагов было бы просто запредельным. Можно как-то уничтожить эту всю херобазу? Если я сейчас поцелюсь и жахну, тупо конкретно жахну. Нет, это не имеет смысла, поэтому я загружусь, чтобы не тратить боеприпасы. Я думал, может быть, там что-то лежит. А нам просто вот сюда. Угу. Угу.
всякий случай, ребятки. А я ведь могу ударить. Как он под воду ушел, интересно. Ладно. Я понимаю, что от меня игра хочет. Только вот как нам теперь взобраться здесь? Видимо, аж отсюда надо будет распрыгиваться. Просто не хотелось бы попасть в лапы к этим ихтиозаврам долбаным. Или как их еще назвать-то? А, блин, а тут вообще есть вариант как-то... как-то прыгнуть? По-моему, нет, чисто физически. Не-не-не-не-не. Хотя... Нет, похоже, это единственный вариант. Просто здесь опустились листья. Я подумал, что как бы, может быть, это что-то значит. Но нам нужно прыгать по кувшиночкам. Хотел сказать я, и тут же свалился. Буквально сразу. Давай-давай-давай-давай, мистер Фриман. Красиво. И тут новый портал. Будем надеяться, не в преисподнюю, где Думгай бесится. Нет. Хотя, в каком-то роде мы и так в преисподней. Поэтому чего удивляться. Вот, собственно, мы и попали в то место, куда я хотел изначально. Вот там я был. Вот и все. Нажимаем кнопку. И... еще один портал. Я вот оказался там, куда я смотрел только что. Вон оттуда. О, здорово, мужик. А нет, это не мужик. Это просто... Ого! Это просто какая-то установка. Вот это вот. Издалека. Я подумал, что это стоит ученый в таком же скафандре, как у меня. В таком же костюме. Защитном. Пуру-ру-пуру. Блин, ребят, вот честно, я играю уже почти час, я совершенно не чувствую усталости. Правда, до этого в некоторых главах прям, ну, такая усталость чувствовалась. Изнеможение небольшое, потому что постоянно солдаты, постоянно мощные враги, загадки. Плюс ко всему еще, впрочем, такая давящая атмосфера. А сейчас я прям, ну, балдею. Было бы совсем неприятно вот насесться на вот эту пику точеную. Так. О, загрузоч пошел. Пошел загрузоч. Надо бы новую главу какую-нибудь. А то я уже так долго играю, что... не знаю, даже стоит... стоит, аль нет, заканчивать серию. Просто я сейчас закончу, а там... через минутку будет, будет новая глава. Mm-hmm.
Все-таки надо заканчивать. Я уже сам устал от этого угуканья. Так. Давайте, народ, пройдемся. Блин, интересно, а мухи под водой тоже дамажат? Судя по всему, да. Хотя, как сказать. Не похоже было, чтобы... Ну что, теперь мы права на ошибку не имеем, народ. Нам нужно делать все красиво и быстро. Вот, вот, ну, собственно, как и всегда. Сука. Не ешь мою жопу, она невкусная. Все, отлично. Отлично. А великолепно. Пробрались мы... Ёперный карась. Это что, мать его, такое? Как просто игра умело жонглирует прям-таки? Это подпитка энергией. Как игра умело жонглирует локациями? И при этом антураж сразу меняется. Потрясающе. Блин, тут можно и здоровье восстановить, и энергию восстановить. Ну просто потрясающе. И по ресурсам у нас все зашибись. Блин, это достойно того, чтобы сохраниться на отдельный сейф. Вот прям вот так вот. И посмотреть, как нам дальше быть. Потому что что-то я прям вообще не вдупляю, как нам дальше прыгать. И прыгать ли вообще. Вот прям такое ощущение, как будто бы нам наверх. Не настолько наверх. Нет, явно не так. Ух, да, а как же тут нам все это сделать так? Ух ты, елки-палки, отсюда? Нет, подождите, я загружусь все-таки. Я же сделал сейф, а игра загружает только автоматические сохранения, к сожалению. А нам такого не надо. Вернее, она квиксейвы загружает. Не свои собственные, а квиксейвы. Давайте я еще раз попробую как-нибудь распрыгаться. Если не получится, тогда на этом серию закончим. Она и так уже довольно большая. Блин, вот как будто бы ощущение, что нам наверх. Давайте вот так вот попробуем. Не, я улетаю. Я улетаю автоматически. Тут же. Буквально тут же. Но, в принципе, за эти камни можно зацепиться. В том-то и прикол. Хотя тут довольно скользко. Не, народ, это не наш путь. Это не наш путь, точно. Поэтому, наверное, на этом я все-таки сделаю паузу. Иначе мы тут будем долго. Долго распрыгиваться. Ну, с этой... Нет, оттуда мы пришли. А может сюда? Народ. Ларчик открывался проще. Вот как... Вот куда нам надо было. И тут новые... Новые, собственно говоря, кувшиночки. А как же нам дальше действовать?
Наверное, заплыть? Да, наверное, надо действительно заплыть. Во! Кобзец, это что такое? Я не про вот эту тварь, я конкретно имею в виду вот там вот кое-каких ублюдков, которые там висят. Все, сука, всплываешь. А, еще одна есть. Как тебе нюклеар фишинг? Животное. Вот что вот это вот такое? Нам же явно не стоит попадаться на эти штуки. Очень бы не хотелось. Сука, не стреляет из-под воды. А. Меня барнакл ест. А я думаю, что меня так элегантно подтягивает наверх. А это барнакл. Еще один. Твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать, сука. Не, нахер. Это, я понял, как эта штука действует. Я понял. Я знал, что она опасна, но я не думал, что она столько. Я все понял. Жизнь понятна. Тихо. Без глупостей. А может сразу жахнуть по этим суканам? Чтобы было... Нет. Да бляха-муха. Что за дресня? Туда невозможно прыгнуть так, чтобы не попасть к ним в лапы, к этим тварям. Так. Сейчас все будет, ребят. Под водой не стреляет. А, кстати, Глэк, по идее, должен. Но Глэк стреляет. И он даже дэмэдж наносит. Ну вот что значит австрийское оружие. Качественно. Даже под водой стреляет. Тихо. Тихо. Рано я это сделал. Ух! Rocket jump, мазафака. Да ёп... Сука. Моя ошибка, признаю. Так, все, последний раз, народ. И хватит на том издевательств над нами, надо мной. Сейчас все сделаем. Зачистка от барнаклов. Всплывай. Мне надо от тебя стартануть. Во. И вот тут, в принципе, можно засейвиться. И сразу взять в руки Глэк. Потому что я чувствую, что без него нам жопа. Угу. О. Лунная призма, дай мне сил. Дай мне сил, говорю. Угу. Благодарю. Все, и загрузочек пошел. Хорошо. Вот тут, наверное, действительно стоит серию-то и закончить. Как раз загрузка произошла. Ну, вернее, наоборот, таки сохранение. Загружается уровень, а игра-то сохраняется. И, друзья мои, хочу вам сказать безмерное спасибо. Вау. За то, что вы были сегодня со мной. Огромное спасибо вам за то, что вы досмотрели видео до конца. Спасибо вам за ваши подписки. Спасибо вам за ваши лайки. Спасибо вам за комментарии, которые вы оставляете. Огромнейшее вам спасибо за то, что вы приходите на стримы и поддерживаете канал рублем. Удачи вам, друзья мои. Берегите себя.